Дружный коллектив читательского клуба «Опора» вновь собрался после летнего перерыва. Повод для встречи особенный – предстоящий День шахтера. Вообще, собираться в преддверии значимых дат у читателей стало доброй традицией. Главным организатором творческих встреч, мероприятий и акций на протяжении уже нескольких лет является библиотекарь филиала Валентина Лазебная. Антонина Булатова – ее главный помощник и бессменный руководитель читательского клуба «Опора». Все вот люди, кто любит книги, кто любит читать, они сами приходят. А потом уже мы как-то уже познакомились, дружились, и мы стали общаться, перезваниваться, мы стали собираться. Особенно вот по государственным праздникам начиналось как бы это все. Клуб «Опора» действует с 2004 года. Все эти годы он дарит читателям радость общения, творчество и движение вперед. За это время было проведено множество тематических акций и мероприятий. Тематические вечера, посиделки, вечера отдыха, конкурсные программы, часы информации, праздники, обсуждения книг и разговоры на самые злободневные темы. За 17 лет клуб стал объединять целые семьи, в которых любят читать. У меня вот уже внучка, вот она сейчас в 9 класс пойдет. Она, вот даже фотографии у нас есть, журнал такой. Она у меня с малых лет со мной. Я даже покажу, мы здесь давным-давно, вот. Вот она прям маленькая была, ходила со мной. Вот потом уже подросла. В читательском клубе «Опора» не только любители хорошей литературы. В команде прежде всего люди творческие. Галина Колесникова – рукодельница. Благодаря умелым рукам Лени Скузнечанки в библиотеке открыта целая выставка декоративно-прикладных изделий. И практически у каждого читателя дома есть произведение искусства, созданное мастерицей. Я вышиваю на машинке гладью, игольницы, чехлы, хоть для телефона, хоть для очков. Творчеством, да я с детства, как говорится, как села за машинку в 6 классе после домоводства школьного, так вот и сижу, шьем, вяжем, вышиваем. В этом году читательскому объединению «Опора» исполняется 17 лет. Впереди много идей и творческих планов, чтобы клуб оставался островком тепла, добра и внимания, где можно получить заряд бодрости и положительных эмоций. Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск, ТВ.